Это Майра. Самба бежит. О, патроны для Мосинки. Уберет кто-то? Да. Все уж. Я, короче, у полицейского в Комарова. Это нам просто по дороге бежать, да? Я ты уебал. Все, пошли. Парни, никуда не заходим, побежали. Паня, побежали. Карабин лежит, кому, если кому нужно. О, у меня как раз патрон на него есть, дай-ка я с ним. Чем тебе СКС-то плохо? Я просто хочу со всем оружием погонять, что я в этом плохого? Лук убирай, догоняй. У меня только что писал I'm cooling off, и тут же пишет, замерзаю опять, I'm cool. Да пофигу, костер там разожжем. Да, Валентин, да. Мосинки, можно потом? Да, нормально. Вот. Такие у Вани тоже полно. У меня патронов 30. А, нет, я 50 на это. У меня мосинка, да. Надо, вон тут рядом. Помню, обновление было, когда зомбаки жесткие были, вообще жесткие. Помните, нет? Да, там жопа была вообще. Вообще жопа. У меня, короче, вот на этой дороге загрызли они просто к хуям. Их человек, ой, блядь, человек зомбарей. Человек был. Человек все. 7 было, наверное, блядь. Они просто догоняют тебя и хоть бухуют. И ебу, да. Ебу там, где, блядь, там карнавал, все дела. Бля, как заебись, что слышно теперь, как двери открываются. Угу. Тут батарейка на... есть. Милитари в пауэр. Давай еще батарейку будем. Да-да. Валентин тут все залутал. А нет, он тут я не лутал. Не мог он тут лутать. А что, зачем полицейский? Там встретим. Там Валентин. Мне надо штаны другие одежды. То, штанов короче, на аэродроме было полно, а что-то не одел. Да я что-то не посмотрел, у меня выжить надо. Он у меня осмотреть, осмотреть, все, больше ничего не делал. У меня тоже осмотреть, смотреть. Ну тут сервер лагал просто, наверное. А, ну все, у меня типа высохло, но почему-то я замерзаю. Вы что там не отстали-то? Я добежал уже до полицейского. Сейчас я тоже подхожу. Я сзади просто подхожу. Ты лутанул, да, его, Валентин? Да. Где карабинчик-то? На первом этаже. Нихуя, Лёха в каком-то зеленом платке, бля. Угу. Лёха, на, ты патроны забери. Давай, давай, бросай. Блин. А где Ваня-то? За мной зомба увязался. Вань, ты где? Да-да. Беги к нам, по дороге вон. Встретим сейчас мы зомбу твою. Или ты убрал ее уже? Да, все. А, нет. Бежит, бежит. Да я ее закрыл. А зачем где у тебя мутное все? Она мне попала. Вон она бежит. Идем, идем, Вань, сюда. Я сниму, сниму. А, ты слышишь, с лука? С лука Парея. Она меня раз ударила, у меня все муха. У тебя много снопов ударов? Ты сейчас кого спросил? У меня вот стрел осталось штучки две. Для Мосинки свои снэмплоудеры, у тебя, по-моему, нет снэмплоудеров. Чё нахуй он не заряжает, дрюк? I doesn't fit in the... Чего, так, слушай, а патроны-то какие на него надо? Поди-ка тебе надо эти, штатовские патроны-то, К-56. Там, по-моему, СКСные нужны, нет? Ну, клёв, дай твои. Бросил? Да? Ага. Сколько заряжает? Два. Один, блин. Один? А какие патроны? Штатные, да? СКС. А, СКС. Ну, чё, впал... ну, ты берешь или что? Дать тебе патроны вообще?
просто. Нахуй мне нужно, блядь, по одному до патрону. Блядь, беги ты вон, бегом тогда забирай, с КС и пошли. Для него магазин, наверное, должен быть. Да, для него и стрелы-то не попадались? Нет. Мне нет. Пойди, Лёш, патроны. Под ногами у меня. Блять. Где-то тут. Вот, 7.20. О, прикольно, Лёха, от тебя следы. Раньше, помню, не было такого. Не знаю. Че, погнали? Да, Павло. Время, время, деньги, давайте, ведите. Серега, не отставай. Ой, так тут пиздец ебедничает. Не, там быстро. Не, ну быстро, но... Смотрите тут... скотину, если увидим скотину, надо завалить бы. Вон идет. Где? Ваня, скотина еще так. Ваня, опять шуткуешь? Я так ради смеха. Короче, не видать тебе према, блядь. Чем по дороге пойдем? Я не знаю, кто дорогу-то знает хорошо. Я знаю, знаю. Нормально. Нет, Ваня знает тут, как срезать, мы тогда с ним бегали. Кстати, недалеко где-то это есть, еще база какая-то. Тут не надо ничего срезать, блядь. Блядь. Ну все, давай не будем срезать, значит, погнали по дороге. Че такое, блядь? Че за кальций, кальция глюконат, блядь? Куда бежим-то? Где? Кто? Кто? Где Ваня? Тут я. Где тут? Я тебя не вижу. С Серёгой вместе. Блять, я не вижу Серёгу. А, ты справа. Все было. Блять, что-то у меня клава, блять, нихуя не работает, что ли? Её ж невозможно сломать. Ту я уже сломал, блять, пивом залил, блять. Которая непроницаемая это? Ну, её помыть надо просто. Я это беспроводной опять включил. У меня где-то дома силиконовая валяется. Да, вообще, можно на стенку приклеить. Ты помнишь, Лёв, когда мы это у меня сидели, я этот со стула-то упал и пивом-то плеснул. Да, да, да. Нет, я помню эту, то, что ты залил ее. Я думал, ты на ней так и играешь. Ну и пытался играть, но невозможно, там все залипает. Завтра душиком промою. Нет ничего. Ваня на здание бросает, я говорю. Я бегу, правильно, нет? Да, да, да. Просто по дороге? Да. Там потом... Сейчас все по дороге, потом... Там будет влево... дом справа, от него надо будет влево повернуть. Да. Все помнишь, так хотят сказать, тонкие, там. Да можно вот здесь уже сворачивать. Ебанись-ка. Да я отсюда бегал по карте, че? Ну, блядь. Там будет развилка к дому, и развилка. Дальше дорога. Да, направо будет дорога, и надо будет повернуть налево. Вот здесь, кстати, есть колонка, если хочешь попить. Нет. Жарим. Нет, я быть. Жрать хочу. Ищи скотину. Ваня. Я тебе сейчас пристрелю, слух. У тебя же мясо было. Так оно исчезло, что? Вместе с костром. Все, да, исчезло. Да, у меня дрова были, тоже исчезли. Понятно. Ну там так-то прикольно, вот внизу вот на дом. Там дохуя зданий всяких, блядь. Они рядом так все. Ты, Лёх, там не был, что ли? Где? Там. Ну вот на этой вот, слева внизу. На этой слева внизу. На этой слева внизу не был, Серега. Он еще не понимаю, о чем. Ты там не был? Где? Ну на этой слева внизу. Так на базе это ёбан. Мы туда бежим. А ты там был хоть раз? Был хоть раз. Здесь у вас диалог, блядь. Он меня провоцирует. Ну все, спускаемся, блядь. Хули, блядь. По ветрули, блядь. Нихуя мы не спускаемся еще рано. Нет, не надо. Видно, по идее должно быть. Бля, Серега, ну у тебя фура, конечно, ты пиздец просто, блядь. А где Ваня-то? Я опять Ваню потерял. Да, сзади вас бегу. Кросы-то видел, нет? Розы.
Да, я хочу пиджачок чёрный. Розовый. Салатовые штаны еще спортивные надо, видимо. Да-да, давайте поищем чё. Да и они везде валяются. Да где везде, ни одних не видел. Я столько видел. Чё у меня туда побежал? Чуть мы далеко спринтанули. Нормально, вон дом. Сейчас мы повернем налево. Там кратчайший путь к базе. Ты убери, Ваня, лук ты. Зачем? Look at me. Лёх, поворачивай налево. Ну, тут прямо только дорога. Налево. По прям полю. А, понял. По полю. Я тут камешек. Опять вижу только Валентина, где остальные не вижу. С вами бежим, мы сократили. Ну немножко. Ладно, хорошо. Мы тут через забор пойдем. А вот это уже все. Забор этой базы, да? Мы уже вас видим. Я даже вас догнал. Мы, короче, слева от вас. Да вот, у вышки сейчас пройдем. Там как раз дырка забудет. Так, вижу. Это кто у дороги зомбак. Бегает? Это я зомбак, выбегаю похоже? На какую-то дорогу. Нет, тут мимо ворот сейчас прибежал зомбак, кстати. А, да-да-да, блядь, у меня тут такой, блядь. Я вот выбежал на асфальтовую дорогу. Спускаюсь вниз. Серёга убили. Блять, у меня тут две зомбы, блядь. Где? А, тут есть! Казармы залутанные. Они залутанные сейчас двери, но она ничего не говорит. Вот. Я в другую пошел казармы. Уже от этого нашел автомата. Этого нашел автомата. СО что ли? Кто где в какой казарме-то? Я который ближе к воротам. Я в дальней. Я наверх тогда сбегаю. Блять, Серега, это ты что ли? Да, я рюкзак этот хочу взять. Сука, блядь. Чуть не уебал тебя, блядь. Я побежал на верхнюю, которая через ворота там отдельно стоящая. Патроны на дробь надо кому-то? Не. АК-101 надо кому-то? А где там его увидел? А чем он стреляет? 5.56. 5.56. У меня есть патроны на него, я бы взял. Вот, иди, бери. А рожок есть для него? И какие для него рожки-то? Нет, для этого. Да, слушай, АК лежит в натуре. Бля, я хочу его. Кому-нибудь надо касочку поменять? Да, мне надо. А чего как инкубатор, я не понимаю. Ты где? Давай. Я тут, который рядышком казарма. А давайте смешивать алкогольные напитки. О, боты. Тут как на рынке, блядь. Надо кому-нибудь? Нет, надо. Я тут как-то под кроватью гранату ношу. Да, кстати. О, Серега, тут красный рюкзак большой есть. Вот, где он? Вот он я. Вот он я. Вижу, каска. А что, предлагаю? Сейчас выброшу, я себе взял. Военный рюкзачок, да, вот. Сэр? Ты где, Валентин? Я в другой казарме, которая ближе к воротам. Блин, тут она, для СМЕРШа. Не пристиновая, но. Да похуй. Ну все же. Тут для СМЕРШа бэкпаки эти, а самого СМЕРШа нету. Ой, тут патроны на дороге. Перчи. В больнице есть что? Нет? Перчик. Еще один перчик. Черная разгрузка. Вот это заебель. Девятислотная. А у меня. Я 12. А вообще разгрузку надо кому-то? То есть кто отсюда убегает? Я в больнице. Я. А? Я. Куда ты убегаешь? В казарму куда? Наверх что ли? Да. А где рюкзак-то? В
В этой, в первой казарме. О, стрелы нашел. Где Ваня бегал? О, на болты, надеюсь. Смешевская разгрузка. Нет, вроде. Сейчас лечь пытаюсь, чтобы достать их. Леха, ты ползаешь? Да. Короче, еще одна казарма есть слева. Ваня, одна стрела. Печально. А что, для автомата нету, да, этих рожков-то? У меня есть, но на АКМ тут. А вы где все? Мы там наверху, на дальней казарме. А вы внизу-то все казармы облутали? Я там две. Там три. Три? Да, одна в глубине еще есть. Я там два. А что там, под кроватями все посмотрели? Что, может, дю... Да-да. А где калаш? Калаш? Подожди меня. Внизу, где больница. В дальней одиночной сейчас казарме. Серега меня отведет. Надо тебе, Серега, разгрузку-то. А сколько у тебя? Две. А стрелу-то взял? Остановись, я тебе взял. Скинь стрелу тоже, я заберу. Давай. Ты рядом, что ли, где-то? Да, сзади. Стрелу бросил, разгрузку тоже. Побежали. Вот эту можно еще посмотреть, что тут по рукам. Рюкзак какой-то стоял. Кому этот военный рюкзак надо, я красный. Военный? Да. А где военный? Давай мне. Ну, бросай или что? Как? Сейчас я поменяю на тот. Валентина, где красный ты видел? Где две казармы рядом, в первой. А вон... СКС нашел. А какой-нибудь патроны на СКС есть? Нет. Конечно. Много? Нет, я замерзаю, у меня. Пожар, короче. Ну, не так, чтобы много, но есть. Просто у меня мосинка-то кривая, думаю, что СКС здесь. Так давай релогнемся реально. О, мне АКМ... Я термометр и нашел. Мне АКМ соберем, а я тебе отдам СКС. А КМ-то нашли, мне к нему в магазин только надо. Я градусник нашел, короче. Кто-нибудь это? Блять, что-то я хотел сказать. У меня освещение начало лагать, тени пропадают, появляются. О, я тоже военный рюкзак нашел. А я все еще с красным. У меня в военный, наверное, лук не влезет. Фига себе, я баночку. Баночку колы выпил, у меня энерджазит и гидратит сразу. Так он восполняет. И то, нет, и в смысле, у меня вообще ни одной таблички не было, в одну выпил. Я тебе говорю, Кока-Кола, она восполняет и жажду, и голод. Ну да, так она голод восполняет. Просто быстро как-то. А где казарма-то около больницы? Она за больницей, что ли? Нет, они там три. Блять, где АКМ лежит? Ну ёбаный в рот, ну покажите уже мне, заебался. Лёха, человек. Дальняя казарма одна. Да какая дальняя, блять? Сейчас, ну, сейчас, стой, вот стой. То место, где три казармы. Я спустился, есть, я не знаю, где три казармы. Я спустился. Есть две, есть одна. Вот где три. Вот в одиночку. Я не знаю, где три, я тебе говорю. Сейчас, сейчас, Лёха. Мне сказали у больницы, я спустился к больнице. Где сейчас? Да, к низу я вообще спустился. Поднимаюсь обратно. Вот я, показывай. Пошли его. Ну все, тут разберусь сейчас. Вот он, в последнем. Угу. Ваня, это ты? Да, вы меня напугали, блин. Можешь, штаны лежат. А, это Вань, ты уже поменял? Не, у меня высохли, напомню. Хотя они у меня рыли. Ваня, так это, блин, арчины. Штанишки.
короче, я знаю, где куча животных есть. Надо туда сбегать. Это от, Павлова и этого, Зеленодольска. О, Зеленогорска. Это тоже руиновый. Давай релогнемся разок. И выбежим. Опять полутаем, в смысле? Ну да. Ну, ну, мне рожок бы найти, я бы тебе СКС задал. Ой, блядь. А зачем ему СКС мосинку? У меня мосинка ключная, да. Ну чё, перезаходим? Ну давайте чё. А кто где? Давайте встретимся. Кто в больнице бегал? Я в больничке сейчас. Мы у казармы. В больничке сейчас я. Да. Ну, давайте в больничке засейвимся чё. Давайте. Нахуй в больничке гаечные ключи. Гайки крутить хули. О! Ну вы где все? Я у больницы ухода. Блять. Больница это которая наверху или которая внизу? Которая внизу. Где красный диван стоит или что такое? Это не диван, вот, это вот стойка какая-то. Мы вот с Ваней в больнице. Ну и да. Вы тоже в больнице, только в другой, да? Да, да, но это не больница, похоже, а другое. Ну вот. И чё, где встретимся? Ну давайте, мы к вам бежим. Серега, погнали. Все, давайте. Блять, у меня персонаж мерзнет. Вон Ваню вижу. Где ты его видишь? Вон он носится как черт. Где я в окошке? Я в здании. А, видел. Это Серегу видел. Серега это видел, значит. Ну все, пойдем внутрь. Давай. И где-то там засейвимся. А, ну по лестникам, по лестничным пролетам просто вверх. Да я здесь засейвлю. А че перец никто не ест? Его никто взять не может. Я его пробовал брать. Короче, я вышел. А я вышел тоже. Так, вышел, нахуй. Штам вышел. Так, друзья мои, время, то уже 11 час. Ну да. Мне скоро жену надо будет встречать. Туру-ту-туру-туру-ту. Смысл-то есть сейчас обратно доходить? Ну да. Я лутаться буду. Захожу. Пятьдесят 58 секунд. Нет зарядки. Как так нет зарядки? Где у тебя нет зарядки? Да я iPad mini подключил к компу. Что-то нет зарядки, что-то. Почему-то. Please wait. Please what? Угу. Он самый. Тра-та-та, тра-та-та. Мы ебем с тобой кота.
Я зашел. У вас мутно, нет, когда заходите тут? Нет. Нет. У меня как захожу, все время мутно. В настройки видео захожу. Нормально. Все, у меня уже не мерз. Это, видимо, тепло. О, вижу. БЖшника вижу. Я в дальнюю казарму. О, блядь, наконец-то нахуй. Я мега крутую разгрузку взял. Блядь. О. Сорян, моё. Зомби. Вместо лука достал этот. Кто стреляет? Это я попал в эту стенку. Блин, у меня... А, стрельбы нету. Бля, СКС как грязи, бля. Все, короче, занято. Угу. Посмотри, короче, там есть магазины или что-то такое. АК-101. Я стрелу где-то посеял на улице. Че, тут Валентин пусто? Да. Ну, в смысле, ничего интересного? Нет, а вы тут проверили, да? А где здесь третья-то казарма? Не знаю. Так ты же мне говоришь, что здесь три казармы. Я думал, что три, а сейчас смотрю, где я. Серега, я эти очки нашел, читки. Че нашел? Читки, очки. Макаров нашел. Что у меня горка? Короче, надо валить, значит, отсюда. Я тут вроде как не выпало. О, рожок для АК-101. Ох, отлично. Иду к тебе, я как раз забегаю. Ты в казарме, да? А нет, ну, 7.62. Ха-ха, сука. О, так тут и АКМ есть. А нет, это Блейз ебаный, сука. Пиздец ты АКМ. Чё за путаница ты? Так у него только этот торчал. Приклад я только увидел. Ваня, ты чё на полусогнутых? А чё ты горку не одел? А горка, она это, водонепроницаемая. В смысле не одел? Я в горке. В горке? Я вижу просто ещё штаны лежат горковские. Они это... Понял. Руины. Серёга, там зомби на входе, аккуратненько. Да, он за мной, блядь. Он нихуя не внутри был. Я закрыл его в комнате. Он сейчас ругается там. А тут сверху одна только казарма, я так понял, да? Валентин. Чего? Тут сверху одна только казарма? Да-да. Две. А где вторая? Ты в какой? В которой по дороге подбежал? Да. Нет, вверху не тут, вообще на самом верху там, да. Вверху не около больницы, а вверху, которая по дороге вверх уходит. Да тут одна казарма, одна. Я про нее говорю, нет, там их две. Ну блин, тогда я не знаю, где вторая. Вы где? А вот мы кто? Вверху. Вы смотрите, нет, подкрывайте. Как я вам на шпагат сел, блин. Не обходу. Побежали со мной, вторую казарму покажу. Пошли. Что не заряжаешься-то? Ваня, ты там один, имей в виду, мы убежали. Угу. Так что, если что, стреляй. Если что, удаляй игру. Так она вообще отдельно, что ли, где-то стоит, эта казарма? Да, вот она. Фига себе. У меня пишет, что лук заряжен. А, тетиву то ведь теребонит. Барабан 75 надо. Конечно, надо, забирай, патроны же там. О, автоматик. КМ. Ой. А? КМ. Ой, все, дай мне КМ, а. Где? Здесь.
А барабан тут же? Да. Он у меня. Бля, надо еще полутаться, бля. Всем нормально. Короче, стволы набрать. Короче, вам нужен. Кому надо этот? Новый лук. Блять, я. Блять, понял. Короче, я потерял СКС, сука. Да хуй на меня. Дай барабан мне. Так, кто тут так хорошо смотрел? Шли на улицу. А это кто стоит рядом со мной? Я. Я говорю, все одинаково одетые, блядь. Я его не потерял, я выронил этот калаш. Выпусти меня, полетит. Я выронил там внизу, где зомби мы били с Серегой. Так вот калаш лежит. Я нашел на калаш в магазин. Это я его бросил, подбери, он мне нужен. 101-й? В смысле, бросил под кровать, что ли? А, не, не под кровать. Нифига у тебя магазинов, Сергей. Это стой. Охуеть. Так у него столько магазинов и еще два барабана, прикинь. Один барабан только был. Евреи, бля. Два барабана. А, нет, один. Так, а кто СКС бросил? СКС это я уронил. А как ты перец сел, если я его подобрал? Не знаю. Нет, у меня вот перец свой был. А? Я смотрю, Ванька, ты перец жрёшь, я СКС. Его... Пошли к Ване, там СКС надо у него забрать. СКС... А? Чем СКС? СКС не мне, а СКС... Блять, Валентину. Побежали обратно. Я уж калаш хочу, блядь. Ну, хотя бы СКС возьми. Хотя... Мосинка, блин, если лонг рейдж будет. Она у тебя вообще не стреляет, что ли? Ну, там есть два патрона, которые, блин... Которые одни единственные, да? Да, которые заряжаются в нее, так сказать. О, в нее в 6 заряжается. Ты где, Вань? А, вот мы. Вот СКС, короче. Нихуя. У меня не заряжается, что-то, блин, глюк какой-то. Ну все, иди забирай тогда этот СКС. В смысле, где вы? Я другой СКС? Я в прицел отсюда тебе хочу все это. А где СКС-то? Зачем ты будешь, Серега, забирать отсюда прицел, если я его полностью хочу отдать Валентину? Я потому что... Подожди, Валентин, вернись туда, где мы, ты нас встретил с Серегой. Я уже бегу. Давай, мы здесь... Вы в той казарме, что ли? Да, в которой казарме. А нахуй ты ее тут выкинул? Я ее не выкинул, у меня было два оружия, я доставал топор, и этот выпал, соответственно. Вы, да, на дальний там бегаете? Да, наверху тут. Чё, релогаться будем? Он на той маленькой казарме поделил. Серега, да? С красным. Вам СКС-то надо или нет? Или вы нашли? Да есть уже. Нашли. Сейчас Валентин... У меня рожок есть 30 патронов. Какой ли это 30 патронов? Ладно, 75 уже есть. Нет, ну патронами зато. Не, бери. Патроны нужны. Так, а это кто? А в Блэйз сколько заряжается? По одному патрону, да? Блэйз по два. Знаете, магазин забирайте. Короче, там Блэйз есть. Дайте мне тогда патронов маленько на СКС-то. Сейчас там нацеплю. Лёхи там их хоть жопу. Вон вот. Патроны. 30. Магазин. Магазины от Макарова найдете, я хочу. Валентин еще много бросил на Мосинку. Да мне не надо, мне так хватит. На СКС-то хотел сказать. На Мосинку, прямо на. Ну я имею в виду на нее бросил. А, подобрал ты? Забрал, да. Еще надо, еще 20, давай, да. Давай. На, еще брось. У меня просто магазинов много. Дай мне тоже патронов немного. А тебе на что? На СКС. Блять, ну да. Воу-воу-воу. Ты ее швать-то, блять! Че произошло-то? Я где патроны-то, Лёха? Вот, под ногами у меня. 20, сейчас еще 10. Вот еще 10. Как? Нихуя, кроме мосинка. Калаша, что ли? Вот тут у меня под ногами. Вот, вижу, всё. 20 и 10. Бля, Валентин Витальевич, ты дал, конечно. Джазу, бля. Вообще. Слушай, СКС вообще начал быстрее стрелять. Он охуенно стреляет, я вообще сам... просто как из автомата, бля. О, стоп, кому еще снэплоудер для СКС? Мне.
У Валентина прицел. Серега, я тебя сейчас пристрелю. Валентин, бери, у меня под ногами. Короче, я цевьё нашел на АК. Надо цевьё? На какое АК? Сережа, ты спиздил? Он просто на АК, он на обу подходит. Какой? Это такой с 10 патронами? Да. Не, не я. Надо или не надо? Возьми, возьми, посмотрю его. Негодяй, бля, взял, спиздил патроны мне из-под носа, а? Бросай. Да, да. А, вот такой. Ты больше меня играешь. Вот. Валентин, забирай, вот лежат. Там, кстати, рюкзак. Вот, себе. Вот лежаешь. Я себе нашел военный. Как ты? Ты еще одну забрал, что ли? Вот кто-то цевьё поменял это. Я. А ты приклад-то нашел на него? То он и так с прикладом, со стандартным, с деревянным. Ты нихуя там нету приклада. А он у тебя под... Он у тебя, короче, под разгрузку прячется приклад. Бля, Серега, ну у тебя видок, это пиздец, конечно, блин. Ну-ка, посмотри на меня. На меня посмотри. Голову подними. А где ты, блядь? Блядь, вот стою. Серега, на тебе очки. Классно, сейчас я. Все, заснял. Я заснял! Давай меня с очками. Эх, дядь Леша, блядь. Так я ничего не могу подобрать, блядь. Лох. Бейте его ногами теперь. Пинайте его. Это я бегу, короче, блядь. Блядь. Так, а, не трогайте, пацаны, не трогайте. Весь проблема в том, что у меня ключи руиновые. Давай попробуй тебя открыть. Опа, упал. А встать-то ты не сможешь ведь? А, встаешь? А прикинь, тогда мудак не мог встать, блядь. Ну-ка, стой. Стой, стой, я открою. Подожди, я могу у него чай спиздить. Тогда. Я вам спизжу, Слышь, а у тебя есть ключи-то у самого? Нету. Заебись. Че, в натуре нету, что ли? Я не могу тебя открыть, у меня руиновые ключи. Ну что, Сережа? Дергайся все... всяко разное, они сломаются. А все нахуй, я не могу встать уже. Во, сломались. О. А нет. Блять. Ой, блять. А нахуй ты его заковал, Леха? Да приколоться хотел, че? Приколоться, хули. Я ж не знал, что у меня ключи Давай. Руиновые. Так эти ключи руиновые, реально. Мне пишут, что ключи эти. Разрушено, так, не можно. Перезайти-то при... можно, нет, тут походим. Не-не-не. Он если перезайдет, он умрет. Да? Да. Нихуя себе, блядь. Серега, давай я тебя пристрелю, короче. Не-не-не, подожди. Они, ну, они сломаются. Я побежал от вас, блядь. Стой, 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 стой. Сядь на коленки и ерзай. Серега. Сядь на коленки и ерзай. Он должен их сломать. Поищу ключи. Во-во-во, вот как-то ты что-то вот делай там вот это вот. Давай его пристрелю. Не-не, он должен сломать их, они руиновые, потому что не руиновые, они badly damaged были. Блять, Серега стрет, что ли? Ваня, только посмей, блядь. Так я ушел, ключи тебе искать. А, это Леха? Нет, да я пульс у тебя проверяю. Леха, ты стань поближе, как будто он тебя минет делает. Ну-ка, я засниму. Да пошли вы нахуй! Света. Вот заебись ракурс, блядь. Иди нахуй. Блядь. Подождите, Валентин, будь на стрём, и на стрёме я альтабнусь, это загуглю, как... Давай. Серёжа, ты куда пошёл, блядь? Да ну вас нахуй, блядь. Чё у меня ничего не делает, блядь? Сука, блядь. Нахуй ты ёбнулся, блядь. Попробуй покататься как-нибудь. Да, в луте, блядь. Блин, да как так-то? Лёха, нахуй ты это сделал, блядь? Сейчас альтабнусь, загуглю, подождите. Я альтабнулся, короче. Валентин, контроль. Да-да-да. Контроль. Он освободился, всё. Нет. Он освободился, Лёха. Он меня сейчас закует ещё, падла. Ой-ой-ой-ой. И чё, ты просто ёрзал, они сломались, да? Да.
Вот шифтом ёрзал. Вот я ж говорю. Ёрзал, блядь. Ваня, давай уже это. Чё, релукаемся ещё? Я в больнице. Где, может, это? А где? Даже их сломанных не валяется, что ли? Просто исчезаешь? Ну, видимо, да, они просто исчезли. Блин, ключи надо выкинуть тогда. К вам идти, что ли? Чё, релукаемся? Нет, ещё. Ну-ка, Лёха, пушки поищем. Да, иди. Если релогаемся, я прям в казарме останусь. Давай, давай. С бананом, блядь. Ты меня бананом накормить хочешь, что ли? А, брось меня бананом, да. Давай, ты, слышишь, ты удержи сначала кнопку, как бы, как лук натягивать, чтобы он силу удара, силу броска, блядь, жрёт. Блядь, ты куда сажал его? Блять, сука, блять. Смотри, как надо. Да я понял, как надо. Он сажал почему-то его. А че он тебя не кинул? Бросил вроде. У меня нет бутылки. Да. Кто там тетивой дрочит? Бутылка улетела. Слышал, у меня. Да. О, нифига, бутылка вон там за забором, вообще прикиньте. Но полета ее не было видно. Она у тебя исчезла из рук и все. Я гранату так же кидал. Ну чё, релогаемся, нет? Да. Пошли где-нибудь куда-нибудь зайдем, чтобы. Я берет. Ух ты, я еще. Я вот знаю, здесь. Вот, есть, очечки, очечки новые поднял. Ты там трусы свои обосранные не поднял, пока катался. Я вышел. Давай. Я вышел, ищу сервер. Давай. А я сейчас тебя дюпну, блядь. Дюпнишь ты, блядь. А чё, Лёх, давай я тебя ёбну быстренько, попробуем. Не надо меня ёбать. Охерел, лучше, он сейчас помрёт. Лучше в Ютубе набери лучше. Это. Как дюпаться, да. Как дюпаться, да. Блядь, только не пропадай, Лёх. Я захожу. А, пропал и не успел, я тебя шокером ёбну. Теперь мне два сервера показывают. Сейчас они еще на одном, а я на другом уже. У меня два человека тут показывается. Да, 2:40. 13:55 время. О, так это что, наши что ли? Блять, опять меч джедаевский. Что-то у меня ожидание. Ну, то же самое. Такая же хуйня. А, нет, у меня плизвейт уже. Плизват? Угу. Я у меня FPS-то, знаете сколько? 2. 275. Нихуя себе. А хули тут на черном экране? Сколько еще? Ой, блядь. Расскажу. Я зашел. Я что-то слышу, кто-то разговаривает. Там кто-то что-то. Нет, смотрит? Нет. Что за хуйня? Мы только вчетвером тут и два красных тут. Блядь, кто разговаривает? А? У кого-то видос включен, что ли? Да. А, все понял. Тут дюк, кстати, какой-то рассказывается. Выходите, я тут голый, блядь, на этом сервере. Ты меня, Сережа, не убил случайно? Нет. В смысле, на том же месте, только голый? Нет, на другом. Выходим, да? Да, выходите, сейчас другой выберу. А я на этом же месте. Знаешь, Серега убил. Я никого не убивал, я ничего не делал. Значит, Серега пизды получит. Так. ПЛ 2-3. Чей это сервер? Хуй его знает. Ваня, ты там еще? Да, я сейчас загружусь, посмотрю. Он же пустой-то был. Захожу на какой-то.
59 секунд. Кстати, Олег, хлеб тяни. А, нет. Еще не там. Блять, не удалось соединиться, рестарт. Ваня, скорее всего, на тот же чувак. Нет. Ну, вроде на этом были. Ящик в палубе просто должен зайти на сервер. Когда вы заходите, ящик появляется и чё-нибудь у вас в руках. Вот и всё. Сам я к нему отношусь негативно и не буду очень редко. Это видео я сделал для тех, кому очень нужен. Негативно он к Дюпу относится, блядь. Угу. Ну, короче, какой-то замороченный Дюп. Потом на, вот, посмотреть. Педагог, блядь. Негативно относится, но знает, как дюпать, блядь. Ну да. Козёл. Ой, блядь, ну Серёжа там с наручниками, конечно, блядь. Елозил, блядь. Ну, то, что их сломать можно, это хорошо. Если ну даже... Вообще сразу можно было сломать, так-то из первых же версий там. Считай, если бы ты их снял, они бы стали пристина. Я потому что с Валентина снял наручники, они пристина стали. Да меня зомбак пил просто, и у меня ключи заруинил, видимо. А они лежат и лежат, как бы у них внешний вид не меняется. Почему зомбака нельзя в наручники заковать? Да-да. Шокером вырубить и заковать. И тварь эту на поводок и с собой водить. А чё, по идее... Шокером для скотины его подпинывать. Шокером, да, ебанул его, блядь, заковал, блядь, и еби его во все отверстия. Извращенцы, с кем я играю, нахуй? Чё-то у меня плизвейт такой долгий. Я зашёл. Ты там? Сейчас профукается. Ты, Лёх, тоже зашел, ты нормальный, лутанный. Ты нормальный, говорит, лутанный, блядь. Лутанный. Не, а, вот зашел, или зашел. Золотованный. Тоже захожу. Ох, тут кто-то носится, блядь. А, это я уже, бля, я хотел пристрелить уже. Ты охуел, что ли, блядь? Так вы что, ёбнулись, мы на этот же сервак зашли. Да как это? Да. Да. Как был рюкзак, тут так и лежит. Блядь, в натуре. Я не тот сервер. Ладно, я по Блейзу узнал во второй комнате, блядь. Чё, выходим? Да. Мосинка у Валентина лежит, чё, до сих пор. Ну-ка. Ага, слушай. Ладно, я пойду покурю, короче. Вы до сих пор... Вы пока лазите на этом. А чё лазить-то? Давай, Лёх, выходим. Так я вышел уже, сейчас сервер ещё. Сейчас подождем, сейчас опять не может зайти. Ладно, не подъебывай. О, блядь. Слушай, Лёха, это юзал эти айпэды. iPad mini так, блядь, заряд долго держит, пиздец. Да? Угу. Мини, который с ретиной или. Нет, у меня без ретина. Я в ахуе просто мол, блядь. Я специально без ретины купил, нахуй, блядь, не переплачивать, что. У меня с ретином. Ну, я понимаю. У меня просто уже iPad 3 есть, и как бы брать iPad mini с ретиной и переплачивать там 25 косарей, когда это можно говно было взять за 15. Ну, экран там от Air отличается, на Air более такой цветной. Цвета тусклые. Захожу. Не знаю, я знаешь, себя вообще ущемленным не чувствую абсолютно. Ну, а он так незаметно, когда вот рядом, если поставить, тогда это... Нет, базара нет, никто не спорит, что ретина там, она круче там и так далее, комфортнее нет, для он... вас. Но не настолько. Ну, зарядку держит тоже неплохо. У меня iPad 2, ребята, у меня вообще все охуенно. Ретина, не ретина, там вот это все. Нет, если бы сейчас откатить время, я, может быть, iPad бы третий бы не брал с ретиной, второй бы тоже взял. Нахуй, блядь, такие бабки отдавать, блядь. 33 рубля отдал, блядь. А я брал что-то с 21, что ли? Или 22. У тебя сколько памяти?
16. У меня 64. Ну вот. А на этом, который я за 15 сделал... Вы заходите, да? Без ретина нет. А, вот, вижу. У меня 32. Вот я за децах убрал с 16 гев. Ну вот, делай выводы. Ты за экран заплатил, хуй его тучу бабла. Я все равно туда ничего закинуть не могу. В смысле? Ну, точнее, я могу, но не кидаю. Бессмысленно. Ни музыку, ни видео. Ну, я тоже уже пришел к выводу такому, что сейчас все онлайн, все через Wi-Fi. Смысла иметь такую огромную память просто нет. Это полезно только в самолете или в поезде. Ну, раз в год. Да, да, да. И для этого раз в год можно подготовиться, память очистить, чуть закинуть. Можно и просто пережить. Бля, блин, мои долги. Ты пишешь еще или остановил? Я пишу. Два только тайма тут. На похуй это отключить, да, даже это, не смотреть, слушать. Прикольно. Ну. Рожи все знакомые. Так, я зашел. Бля, не дай бог на этот же сервер, а? Нет, другое название было. Блин, у меня вообще экран синий просто, и все, никакого изображения. А ты нажми Escape, видео, и обратно Escape. Ну, я вот каждый раз так делаю. Я так же. Меня кто-нибудь ударит, у меня опять такая фигня. У меня такая же хуйня, я постоянно Escape, видео, и так, меня... 9 миллиметров, это что? Короче, я здесь, я уже зашел в казарму в одну, вверх, ну, которая вот тут рядом с нами. Так что меня там не застрелите, если что. Ладно. Я тоже в казарме, я был в казарме уже. А Сережа в туалете. Сережа, да. Слушай, Лёх, как у них в Доминикане эта розетка 110 вольт, как она, блядь, уныло заряжает. Это так, это кто забежал в казарму? О! Чё? Откуда стрельба? Я помер, короче, кто-то в казарме. А это не вы, что ли, были? Нет. Кто-то забежал в дальнюю казарму, короче, от больницы, если прямо перед больницей стоять слева. Бля, пошли. Что, экшен, что ли? Да, человек бегом забежал и пристрелил. Пошли карать. Он забежал от зомби и убил. Короче, Леха, слева казарма, которая была. Я понял. Которая входом в сторону больницы. Давайте стрелканемся сначала где-нибудь. Я отсюда вот из-за деревьев положу. Ну, давай. Ваня, ты не перезагружайся, пойди, слышишь, будешь, что он там делает. Сейчас захожу. Я уже все спаунил. 15 секунд. Ко мне зомби бежит, блядь. Блин, я думал, зомби выходит, смотрю. Бля, думаю... Лёха, я его вижу, вот он. Где я? Иди сюда, ко мне спускайся. Иду. Где он? Вы проконтролите сначала, он один. В этой казарме или ближней, где? Ближней, вот где я стою. Прям в ней? Да, да. Блять, ну куда ты лезешь? Бля, у меня не стрелял. Я дед. Пиздец. Конечно ты дед, ты, блядь, вылез на него. Блядь, так я... не стрелял, калаш. Я без сознания. Пиздец. Он нас троих положил, ёба. Ты просто залетел как лох, блин. А ты чё как лох залетел тогда, если я лох? Нет, я думал, что он разрядился, я начал стрелять. Где он? Короче, как ближний казарме, который ближний в казарме, да, он сейчас лутать нас будет стопудово, блядь. Бля, Сережа, пристрели его нахуй. Я без сознания. В нижней это которая самая дальняя? Нет, ближняя к тебе. Ты вниз только спустился в ворота, и тут слева сразу, прямо которая напротив больницы стоит. Ты там трупы увидишь на входе. Я слева без сознания лежу, если можешь, перевяжи. Нет уж, убивай его, потом вяжи, блядь. Ну или так, да. Потому что он сейчас выйдет, пиздец. А я ведь из калаша-то не стрелял, я не пробовал, стреляет он или нет, бля. Он, походу, у меня какие мосинка твоя. Еще сзади зомба. О, я встал. Я его вижу, он кровоточит. Но я в него, видимо, попал, да. Или все-таки. Это я попал. А у меня стрелял вообще калаш или нет? Нет. Я просто упал, да? Ты просто пошел, подставился, да. Я слышу, зомбак бежит, топор достал, вышел. Серега, ты где? Кто стреляет, Серега? Он меня стреляет. А ты где?
Блять, ты где говорил, блять? Сережа тупой, видимо. Я без сознания. Ты где, я тебя спрашиваю, блять, миллиардный раз, блять. Так там помог. Же где? Так там где? В кого стрелять? Сидит Сережа. В смысле, кому у кого? Где Сережа, стрелять? Да никому осел, уже, блядь. Никого уже, всем похуй. Тебя да? спрашивают, ты где? Где он? Где чё, блядь? Я ты просто за... умер. Так молча. Около казармы, где еще? Так, где он, так, я тебя спрашиваю, ты где, блядь? Ты нахуй молчишь, там перестреливаешься, блядь. Так а чё мне делать? Блядь, дальше? Сказать, где ты был, блядь? Ёб твою мать, блядь. Что, он блядь, бы тебе помог. Смог помочь, блядь. А, так ты же говоришь, ты умер. Я, блядь, встал, я без сознания был, блядь. Короче, он прям за, около забора да этого. Да я его ёбнул уже, блядь. Серёжа, как обычно, блядь. Так откуда я знал, что ты встал? Так я не спрашиваю, ты где, блядь? Ёб твою мать, блядь. Так и говори, я встал, ты где? А ты просто блядь, спрашиваешь. Я тебя спрашиваю, ты где? Серёжа, а мы здесь для кого разговариваем-то вообще? Ты зачем не слушаешь, что нихуя? Я вот всё слышал лично. Подумаешь, что ты мертвый. Хуя себе. У меня бабский скин. У тебя рандомно стоит. А, я не настроил, наверное. Там, Валентин, выбери себе, что тебе нравится, и все трупы спрячь. Что-то, блядь, я не понимаю. То ли я его видел опять. Я не понял. Может, он не один был? Да, да, то есть тут. Потому что Ваньку-то убили в дальней казарме. Тут они в этой. Тут труп лежит, короче, я не понимаю, кто это, блядь. Может это Серега, блядь. Кепку мою забери, я скажу. Я в казарме. У меня почему-то да. СКС-ка. А, снаплоудер. Я, блядь, в этом. Ну, Дмитровский, блядь. Так как я в него столько посадил? Он стоит просто на месте, я в него стреляю, а он в меня стреляет. Что-то понятно, не могу. Где ты говоришь? Я в Новодмитровске. Далеко? Да, конечно, это север, блядь. Северо-восток. Я сгоняй в этот. Как? Североград. Да ну? Блядь, тут два калаша лежит, пиздец. Ну, один калаш точно не наш. Два калаша, охуеть. Ну вот бери себе, собери себе комплект, остальные все трупы спрячь, чтобы никому не досталось. Потому что мы туда вряд ли придем. Потому что а там, ну там респов нигде нету, да тут добежать хуй. Я честно не слышал, что Валентин встал. Так, блять, я тебя, Серега, он сказал спрашиваю, сначала, ты где? Типа, я лежу, потом он говорит, о, я встал. Ну я не слышал, я потому что за этим слежу. Вы там что-то разговаривали. Да неважно, слышал ты, не слышал, я тебя спрашиваю, ты где? Я не мог тебе сразу сказать, я просто за ним бежал, я не понял, где я, а потом только понял, куда я убежал. Да, я его ёбнул, у него светошумовые, короче. Ну он релогался, короче. Да, что за снэплоудер 2 из 2? Это для этого, как его? Блейза. Да, для Блейза. То есть не нужен. Ну, пошел в магазин для CR-75. А ты, Вань, где сейчас? Я в Камышово, полицейский. Вот как я бегу, получается. Алло. Встретимся уже. О, я Лёхин труп вижу. Что? Валентин, ты у меня шапку забери. Чё-то нет. Да нахуй мне твоя шапка. Ты магазин почешь? Ладно, я другую нет. Лучше заедь тогда в океан. Ты же там металлург. А? Не значит никогда не купит. Может сдохнуть, может в черно появимся. Но если в черно вы появитесь, это будет охуенно. Тут лута куча, конечно. Ну там от черного. До черного мне и так же. Не так уж далеко бежит. Ну кажется... давайте, если вы будете бежать, я подожду. Поохраняю этот лут. А смысл? Чё? Смысл тут лута дохуя, Сережа, блять, смысл. Не, ну да. В смысле, добежать-то Павлова? До Павлова тут лута. Опа! Да. А, вот это Ваня убитый, короче. С Мосинкой, да, ты был? Да. Мосинка, лук. Угу.
Нож. Ты там нож, у меня. Военный рюкзак был. Валентин, ты там веревку-то забери просто у меня. Чтобы Ваня себе потом лук сделал. И стрелы. Чё? Я стрел не могу найти. Позвони, как подъезжать будешь, я тебя напишу. Ну пиздец, конечно, блядь. Лёха бездарно умер, блядь, пиздец. Я тебе еще раз говорю, у меня не стрелял калаш. Ну понял. Просто понял, не стрелял. Понял. Я бежал и нажимал, я видел его, я видел, что у него голова торчит. Я кликал, блядь, я бежал, потому что за мной зомби. Кликал, а у меня, блядь, ну, ноль реакции. Все, чего-то кликал. Я прицел на калаш нашел. Потому что у него так классно там торчала голова, я ему прям в голову щелк, щелк, щелк и все, хули. Ну я видел справа, на видео потом посмотришь всю картину. Да, он из комнаты вот так высунулся и стоял. Он, бля, я в черно. Он в проходе сидел. Блядь, бегите ко мне, блядь. Тут лута просто, блядь, да ебени матери. Это около часа из-за времени. Я только трупа Сереги не могу найти. Да там, где ты его убил, скорее всего. Нет, он к тебе бежал туда. Подождите, хорошо, я в черно. А как, блин, как это мне направиться-то на вас? Я ведь не понимаю, блядь, вообще как бежать. Бежишь до болота, потом в Комарова, потом направо поворачиваешь у колонки. Ваня, мне кажется, проще сдохнуть и возможность резнуться в черно. Возможность резнуться в Новодмитровске? Там блядь, тут там... еще калаш 101-й, пиздец. Тут три калаша лежит. Я даже не знаю, где будет сдохнуть нужно. Лех, кстати, они пофиксили, помнишь, когда не было места, перезаряжаешь этот 75 барабан. Угу. Он пропадал. Угу. Сейчас нет такой хуйни. А он куда сейчас девается тогда? На пол падает? Да, да. Блять, два калаша 101-х лежит. Да хули это 101-й, на него патронов сейчас. АКМ еще лежит. Разгрузка. Пиздец тут, блядь. У этого типа, а что за пушка была? Калаш. Бля, я думаю, что у меня так быстро? Так он там релокался, он явно калаш себе собирал. Да, да. Короче, здесь лежит 5 калашей. 2 101-х, 3 АКМ просто. Сейчас я попробую сдохнуть тогда. Попробуйте в черно, я прям посередине черно резнулся. Ну, два раза вот. Ваня, поехали. Ты в Камышово? Да. Так, я сейчас тогда пойду с трупов все поскидываю, блядь, потому что сейчас они пропадут. Давай, что ли, так. Одному из нас можно через это. Сережа, тебя где убили-то? Ты можешь скажешь мне? Короче, вход есть в казарму вот в эту, да? В эту в какую? Блять, где вас всех положили? Так. Вот. Если вот на вход смотреть, слева от нее будет здание. И за этими зданиями. Слева. А, понял. Ваня, ты в Камышово, да? Угу. Нет? Да. Меня сейчас убьет зомби. Вот он тебя как раз пристрелил и убегал. И я ему в спину накидал свинца, блядь. В жопу, блядь. А, вижу я тебя. Я, короче, забежал вот туда, вовнутрь. Я вот за ним побежал, он развернулся, видимо. Да, и он от меня начал убегать, я ему в жопу набихал, короче. Ваня, где там? Зомбарь. Так я помру сейчас уже. Все. Скажи, чтобы я тоже от него помер. Короче, ангар там здоровый около берега. Прям шоу. Напротив полицейского. Охуенно. Да. Блять, чё труп пропад... Блять! Охуенно, блять. Пиздец. Чё, убили? 14 секунд. 22 секунды. Ну давайте подождем, может это. Подождем, может пролагается, да, но скорее всего нет. Сейчас я скажу точно пролагается. А кто-нибудь выйдите, добавьте в избранное и перезайдите на этот сервак. А, все равно пропадет. А толку-то, да, все пропадет. Сука, блядь.
Блять. А все, вы все повылетали, вас нету на этом сервере. Я вышел. Это понятно. Печаль. Чувак, короче, нас всех сложил, бля. Ой, пойди сегодня, да, хватит. Блядь. Блядь, ладно, я отключаюсь, короче, пошел на шутка. Потом, если что, это... Если еще будете играть, то я подключусь, наверное. Ну, я пока буду. Вань, ты тоже будешь гонять? Алло. Не знаю, не знаю. Заедешь что-то? Прикинь, ты там когда на работу? VIP в понедельник, в Dentmaster через неделю. Мне бы там поэдодонтик. Короче, я еще пока здесь. Че говоришь, Серега? Надо к терапевту. Ну так в чем проблема? В чем проблема? В чем проблема-то? Вот надо записаться как-то. Тебе что ли? Ну, мне надо. Подлечиться. Ой, что-то у меня башка гудит, пиздец. Вы куда-то заходите на сервер на конь? Я пока нет. Я зашел, захожу. Блин, я все еще помешал. Бля, вас изгнали, сука. Такая ж хуйня. Вас изгнали, сука. Сука, вы изгнаны, да? Блять. Crazy Russia, что ли? Ну там сейчас народу понабежит. Вот какой-то. Бля, ну пиздец был, короче, блядь, я хуеваю. Ну да. Залью, короче. Блядь, а я еще с такой уверенностью, короче, несусь, думаю, сука. Да, блядь, ты прям так это... Я весь рожок, думаю, сейчас тебя в сандалью. Я на берегу. Да, это глюк, я тоже на берегу. Переходим.